Всех приветствую. В этом видео я проведу тест-испытания. Значит, вот таких аккумуляторов купил я целую коробочку. Они мне нужны для переделки шуруповерти и также аккумуляторов в ноутбуке. Поэтому короткого замыкания я устраивать не буду. 40, там 50 ампер. Эти аккумуляторы заявлены на 30 ампер. Название очень интересное. Я не могу по-английски прочитать, но я буду их называть Lazard. Емкость мы можем видеть 3400. И на сайте продавца указано ток 30 ампер часов. Ну, то есть они практически высокотоковые. Если мы возьмем Panasonic, LG, то там таких токов нету. Я бы их назвал среднетоковыми. И я бы их не стал бы ставить в шуруповерты. А вот это интересно. Поэтому есть у меня высокотоковые аккумуляторы, которые в 3 раза дороже стоят. Вот Best Fire 40 ампер. Заполнил я вот такую табличку, для себя вот так вот подумал, какие делать испытания. 4 замера, это ток под нагрузкой, напряжение под нагрузкой, внутреннее сопротивление аккумуляторов и емкость, действительно. Так, ну и давайте переходим к замерам. Значит, в виде нагрузки будут лампочки. Сразу говорю, у меня нету испытательных стендов, и я других не придумал испытания этим батарейкам. Поэтому в качестве нагрузки я использую традиционно лампочки. Так, сейчас они полностью заряжены, эти аккумуляторы. Так, 4.1. Видно вам, да? И теперь я включаю. Ток сейчас идет 5.14 стабильно. 3.7, 5.14. Записываем. Так, теперь меняем, значит, аккумулятор. И ставим Best Fire. Так, ну ладно. Дадем фору немножко. Тут 4 вольта. Включаем. Так, 3.7. Ток 5.2. Выключаем. Так, ну и давайте проверим, значит, внутреннее сопротивление. 41. Давайте еще из коробки возьмем пару аккумуляторов. Теперь Best Fire. Ну так и запишем. Так, проверим, значит, емкость. Так, 3400 должно быть. Включаю на проверку. Судя по этой табличке, значение у нас почти одинаковое. А вот по цене давайте посмотрим на Алиэкспрессе. Мы видим, за 10 штук надо отдать по 420 рублей за штуку. Best Fire. Lazard стоит 168. Довольно-таки интересные, да? Я тоже так считаю. За 3 часа аккумулятор отдал, ну, практически 3700 миллиампер часа. Нормально. Теперь поставлю-ка я Best Fire. Потерял ли он в емкости? Мне самому интересно. Для вас это доли секунд, магия кино. И сейчас вы увидите результат. Ну, может, мне партия хорошая попалась, но вот за год пользования, видите, 3,5, так и осталась емкость в аккумуляторах. Факт есть факт. Ну вот, кажется, все. Спасибо за просмотр. Жду ваших комментариев. Не забудьте палец вверх поставить, если видео понравилось. Переходите на главную страницу, там много видео разного. Все интересное для вас.